Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Стил. И в этом видео я хотел бы вам представить совсем новый мой летсплей. Это будет летсплей по Майнкрафту. На нем вы сможете найти столько всего, дохера всего, короче. На нем будут столько Майнкрафта. И пускай я этот, так скажем, этот летсплей я буду выпускать под веселый день, а может по одной, потому что времени у меня очень мало. Как знаете, не терпит, каникулы кончаются. Ну, это вот такой маленький подкастик о том, что я скоро буду снимать новый ЛП. Это будет... Этот ЛП, напишите в комментариях, как назвать, я потому что хер знает. Я могу придумать название, но лучше, если вы его примените сами. Если вы его придумаете, пусть один человек напишет и лайкайте под ним. Ну или хотя бы несколько человек напишите. Мне охотно развивать аудиторию свою на канале. Пишите, оставляйте комментарии, блин. Вы в последнее время что-то вообще не оставляете мне комментарии. Тут 15 просмотров. Слишком мало смотрит. И 4, ё-моё. Слава ложки больше, короче, партия. Ну ладно, это не так весело, не знаю. Ну, стримы вы любите, я понимаю. Ну, головные игры, я понимаю, что вы любите. Но сейчас, как вы знаете, не могу я. Вот вы видите 12 просмотров, тоже туториал. Вот 53 вообще просмотра, я не понимаю, если честно, как я получил 53 просмотра. Две хорошие новости. Чё, как, пацаны, с вами Стил. И что же, я хотел бы сказать вам две хорошие новости. То, что я наконец-то смог себе купить нормальный... What the fuck, 3 минуты? Ладно. Даже как вы учитесь работать, как вы умеете работать с Pay2Save? Я понимаю, до хера людей, которые могут, вот, это самый первый арт, это прямо самый первый арт, я поставил, правда, уже, вот чем вам вот это не нравится? Вы мне скажите, я понимаю, вот это не очень, я соглашусь с вами, скоро сделаю другой нормальный вот такой, как другие. Ну почти. Только у меня будет круче. Скоро сделаю. Но вы не подписывайтесь на канал, сколько бы я вас не просил. Подписывайтесь. Кстати, я рекомендую вам канал Майнзи. Майнзет. Рекомендую его вам. Он снимает очень хорошие маленькие экскурсии. Иногда может снимать. Иногда он снимает такие видео, как погодите. Шорка скрывает все свои видео, да? Ладно, сейчас я вам покажу, какие у него видео есть. Его видео вы можете... Куда он удалил все свои видео? Ладно. Он снимает экскурсии на канал. Он снимает всякие обзоры на всякие сервера. Много чего снимает. Но вы не подписывайтесь. Ну, то есть у него уже есть подписчики, я так понимаю. И немало, 9 целых. У меня всего лишь 3. Хотя этот канал прожил... Тут меньше меня. Я тут уже снимаю. Видео у меня больше. Я интересные видео снимаю. Очень хорошие. Но вы не смотрите, не подписывайтесь. Даже буквально не ставите лайки. Ладно. Извините, конечно, за столь неплохой выражение. Но это правда. Вы можете поставить...
Опять же я говорю, что вы можете поставить лайк этому видео, подписаться, поставить лайк и сказать, как же мне назвать свой ЛП. ЛП будет магическим. Ну, дальше не надо мне говорить, потому что я знаю, как я назову ЛП. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Стил. Всем удачи, всем пока! Пока-пока!